Сегодня на нашем школьном стадионе проходит муниципальный этап лыжни России для учащихся вторых-четвертых классов. То есть это самая младшая школьная группа. Представлено 9 команд, 7 городских школ и 9 и 16 школы, это сельские школы, которые тоже приняли участие. Мы надеемся, что все покажут свои наилучшие результаты. Победит, как всегда, сильнейший.